Всех приветствую, друзья! Наших дам, женщин с наступающим поздравляю! Мы гуляем давно. Погода была с утра минус 16, сейчас минус 5. В общем, утром ничего не снимала, потому что было холодно, короче. Дети уже пришли, выступили, и все. Малыши играют, что-то жуют. А я тут дергала сено, бросила этот крючок. Два крючка, но оба уже так согнулись бестолково, что вообще беда. Кто кричит? Что-то были какие-то вопросы ко мне, люди задавали. То, что рано покрывать там плохо. Там кто-то до полтора года держит. Ну, у каждого додика своя методика, да? Я покрываю рано, да. Я уже это много раз говорила. Вот Ярочка, ей 9 месяцев. Вот ее шоколадка. Так, да им всем по 9-10 месяцев. Поэтому, которые будут рожать сейчас, ей тоже будет месяцев 10. Которая рыжая F1 родила, вот она здесь. Ей 10 месяцев, точно, я тоже по записи смотрела. Вот это F1, ей тоже 10 месяцев. Поэтому я покрываю рано. Почему? Потому что я считаю, что так правильно. Вот у меня стоит овца, вот пример мой. Мы ее покупали F3. Пятимесячную мы ее покупали. И хотели до полтора года держать, как бы, да, как по правилам, там все. Не знаю, кто придумал эти правила. А правила для того, чтобы их нарушать. Но в итоге мы купили 10 голов, ярочек и одного баранчика. В общем, там мы его отсадили в итоге, баранчика белого дорпера. Потом пришел у нас январь, непонятное дело, она катила мне баранчика. То есть, все хорошо, крупный баранчик, он уехал в хозяйство. И сейчас вот второй окот у нее, две ярочки чисто белые, они у меня здесь есть. И третий окот, вот, побежали, две ярочки. Это у нее третий окот. Ну и считайте, сколько овце лет. Дальше. Остальные, кто не покрылся, я с них сейчас получила только по второму окоту. То есть я считаю, что я потеряла время. Это лично мое мнение, я имею право на свое мнение. Кто-то считает по-другому, пожалуйста. И... Так бы я получила бы 3 окота уже за 2 года. А так я получила за 2 года только вот по второму окоту. Вот они мне сейчас окатились только по второму окоту, на которых я покупала. Я не считаю этих, что покрылись в моем хозяйстве, вот как вот эти, да, молодые. Это я их не считаю. Вот так вот. А каждый пускай делает свои выводы. Кто говорит рано, кто говорит не рано, кому поздно. Ладно, то видео большое. Всем удачи, пока.